Уважаемые посетители выставки, пожалуйста, срочно покиньте площадку. Автомобиль выходит на исходное положение. Итак, Ильяус Магнушевский, гость из Польши. Автомобиль 1925 года. Citroën B10. Артем Ильяус Магнушевский сейчас покажет вам элементы фигурного рождения, движения двигателя. И потом у него будет возможность подъехать к цели. Подготовиться к следующему экипажу. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем. Большим объемом 1400 кубических сантиметров. Автомобиль не имеет электрического стартера и заводится исключительно только ручкой. Итак, Елена, уж вам можно выйти из автомобиля, предстать перед публикой, перед зрителями города Гвардейска. Поэтому в основном все деревянные детали были